Всем привет, с вами канал Страна Игрляндия, и сегодня мы продолжаем играть в игру Wormade. Надеюсь, в этот раз результаты у нас будут намного лучше. Друзья, всем привет! Вы писали, что вам понравилась эта игра. Ну вот и продолжение. Мы учли свои ошибки, которые были у нас в прошлой игре. И теперь наш червячок отличается от всех остальных. Это один из самых красивых скинов за те деньги, что у нас были. Ребята, на данный момент наша страна Игрляндия находится на 116 месте. Уже поднялись на 112. Но наша цель — подняться как можно выше в рейтинге. Какой шустрый зеленый червяк, видимо, он охотится на нас. Но не на того напал. Ребята, если честно, я предполагал, что он попытается нас подрезать. Ну а зато мы теперь едим сладости, вернее уже съели. И с помощью зеленого червячка смогли подняться в рейтинге на 70 место. И снова этот красный звездный червь. Да и вообще, судя по карте, мы находимся в самом оживленном месте. Вау, посмотрите, как нам повезло! Этот звездный красный червяк лопнул, и мы за счет его смогли немножко разрастись. Ай, какая жалость, чуть не подрезали зеленого червячка, но он успел вернуться. Никуда он от нас не денется, сейчас мы им организуем ловушку. Уж очень я не люблю, когда мне мешают собирать сладости. У нас сейчас самый выгодный размер червячка. Он в меру шустрый и может окружать остальных червячков. Ребята, если вы собираетесь играть в эту игру, мой вам совет. По карте смотрите, где самое большое скопление точек, и идете в то место. Именно там можно быстро набрать массу. Вам может повезти, и какой-нибудь большой червяк лопнет, и вы сразу же подберете много-много вкусностей. Да, можно какое-то время покружиться возле червяка-гиганта, и он в конце концов когда-нибудь долопнет. А вот с правой стороны у нас появляется конкурент, который очень уж хочет нас окружить. Но чтобы ему не дать этого сделать, сейчас мы усложним ему задачу, сделаем вытянутую петлю. Видите, он испугался и решил, что окружать нас не будет. Но это не означает, что мы его оставим в покое. Видимо, он решил, что для него есть более легкие цели, чем мы. А вот мы трудности не боимся, и сейчас попробуем его окружить. Собрали все, что возможно, и начинаем реализацию нашего плана. Главное, чтобы мелкие нам не мешали. Да и не только мелкие. Кстати, ребята, наша страна уже на 26 месте. Жаль, конечно, что не видно нашего хвоста, чтобы мы хотя бы немножко ориентировались, кого мы сможем окружить, а кого нет. Да, сложновато ориентироваться, когда не видишь своих точных размеров. Ведь так можно и переоценить свои силы. Ура, ребята, вижу свой хвост! Да, зеленый поздно понял, что мы начали на него охоту, и из нашей ловушки ему уже не удалось выбраться. Как много еды, сейчас мы разрастемся. Да, от такого количества вкусняшек мы быстро пополнеем и наберем массу. О, а на нас начинает охоту червяк больше, чем мы. Но мы и с ним справились. Ну не всегда же нам радоваться, вот и нас смогли убить. Ну ничего, мы попробуем еще одну попытку, и надеюсь, на этот раз она будет намного лучше. Вот и первая жертва.
А самое обидное, что тот червяк появился буквально с ниоткуда. Мы его даже сразу и не заметили. Просто он так быстро разросся на наших продуктах. Ну да ладно, что там уже говорить и вспоминать. Сейчас у нас новый червячок. И я думаю, что он будет поудачливее прошлого. Ребята, кажется, и в этот раз у нас ничего не получится. Мы попали в ловушку, но будем сопротивляться. Вау, вот это да, вот это класс. Вы посмотрите, как быстро мы набрали массу. Как же круто, Виталя, ты смог подрезать того желтого гиганта. И теперь наша страна находится на 5-м месте в рейтинге и набрала более 600 тысяч баллов. Вот что, ребята, означает никогда не сдаваться, даже в самой сложной ситуации. Ну а теперь нужно привыкнуть к своим размерам. Ведь таких больших червяков у меня еще не было. Ну, по крайней мере, в этой игре. Ну а я в это время воспользуюсь возможностью и передам приветики. Танечке Рягузовой, Андрею Пилипчук, Соловьевой Маше, Юлии Рахманкуловой, Алине Радик и ее братику Ивану. Также приветик Юлии Рутер и ее сестре Оле. Еще приветик Ангелине Цой, Волковой Валерии, Арине Балакиревой, Тане Прокудиной, Елене Ширява, Надежде Филипповой, Олесе Кулагиной, Лере Матыциной, Карине Картер, Артему Буевич, Инели Гафиятулиной, Балатбек Нураю, Саше Суворовой, Теймуразовой Эммануэле, Эльвине Манашировой, Лилии Влог и ее подруге Лизе. Также приветик Анастасии Игнатовой, Лизочке Рягузовой, Маше Сергеевой, Артюшиной Валерии, Вале Анпилоговой, Альбине Авдеевой, Кате Кью и Гусарь Кристине. Ну а на сегодня это прозвучали все приветики. Давайте немножко сместимся к центру и посмотрим, что же происходит там. Ребята, ИО-игры сейчас отличаются от всех мини-игр своей уникальностью, простотой и обязательным многопользовательским режимом, ведь в наше время игроков уже не всегда можно удивить крутой графикой или спецэффектами. А вот интересная игра всегда привлекает к себе внимание. И самое главное в этих играх, что вы играете против таких же игроков, как и вы, а не против компьютера. И на данный момент ИО игр очень много. Это и Wormit, и Wormax, и Slizerio, и Agario. Ну, всех я, конечно, не знаю, но то, что их очень много, это точно. И я думаю, что это не последняя ИО-игра, в которую мы будем с вами играть. Ну а если вам понравилась эта игра, не забудьте поставить лайки, а кто еще не подписался, подписаться на наш канал. Вау, я думал, что этот синий червяк сейчас пройдет прямо через нас. Но это, скорее всего, был какой-то микролаг на сервере. Отлично, вот еще немного пищи, за которую придется повоевать. Ведь не одни мы здесь были. Кстати, по количеству баллов мы выросли. У нас 727 тысяч баллов. Но по рейтингу мы немножко опустились вниз. Сейчас всего лишь на 9-м месте. Да, чем больше становится червяк, тем больше около нас крутится нахлебников, которые хотели бы нас подрезать и поживиться нашими вкусняшками, которые останутся после того, как мы лопнем. Но на данный момент еще парочка охотников за нашим добром лопнула, и сейчас мы их съедим. Жаль, конечно, что у нас не действуют никакие эликсиры и баночки, которые бы увеличивали количество баллов. Какой резвый красный червяк, видимо, у него действует ускорение, ведь мы его обогнать не можем. Приходится довольствоваться тем, что есть.
ребята, что-то мне поднадоело крутиться на одном месте. Сейчас попробуем создать огромное кольцо. Здесь нас не пускают, значит, пойдем в обход. Как раз подберем немножко вкусняшек. Ну вот и все, как же красиво нас подрезали. Ребята, с вами был канал Страна и Гирляндия. Всем пока и до новых встреч!